Hasta que es que viene aquí. Acabaré aquí porque no tengo los partidos que las mejoras, papá, lo digo. Семейная бригада сегодня, третий ковер. Вес 88 килограмм, борьба за третье место Ильи Пирфанов. Котиков, готовятся к Денечурине и Егорову. Что, зачем вставать-то даешь? Ковер вызывается схватка за третье место. Карачанцев Данила, Сандра 70, Романов Максим. Ну, загружай. Приготовится Жердин, Жуков. Блин, два же. Он ждет уже. Готовится. Хотя бы скомбинируй. Также представитель Александр 70. Вот все, все, двигайся по кругу. Руку держать надо, зачем ты ее отпускаешь-то? Вот вниз. Вот, 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 конечно. Ноги крестит, заднюю можно туда прям. Первый, первый, вот ворот-то возьмись. Там Карачанскому уже руку подняли,
За трешку их вызвали. Сейчас они там вернули этого Романа. А руку уже подняли. Его вызвали, время прошло. Он не явился. Вот, двигайся, двигайся, Руслан. Что, надо сказать, что он уехал так, уже все. Так скажи. Что он в баре. Что же, скажи. Такое ощущение, что Красный думал, что он уйдет. Это тактика первого отделения. Вести и потом просто... Какая борьба? Всегда работает.